Легенда о морском параде. Да, и была же, ну была Великая Империя. Алели стяги в громе оркестров, чеканили шаг парадные коробки по брусчатым площадям, и гордость державной мощью вздымалась в гражданах. И под эти торжественные даты 1 мая и 7 ноября входил в Неву на военно-морской парад праздничный ордер Балтфлота. Боевые корабли, выдранные до грозного сияния, вставали меж набережных на бочки, расцвечивались гирляндами флагов, и нарядные ленинградцы ходили любоваться этим зрелищем. Возглавлял морской парад по традиции крейсер «Киров», как любимец города и флагман флота. Флагманом он стал после того, как немцы утопили линкор «Марат», бывший 12 апостолов. Он вставал на почетном месте перед Дворцовым мостом у Адмиралтейства, и всем его было хорошо видно. Так вот, как-то вскоре после войны, в 47 году, собираясь уже на парад, крейсер «Киров» напоролся в Финском заливе на невытравленную мину. Мин этих мы там в войну напихали, как клёцок, и плавали они еще долго, так что ничего удивительного. Получил он здоровенную дыру в скуле, его кое-как отволокли в Кронштадт, в док. Сигнальщиков, начальство и всю вахту жестоко вздрючили, а особисты забегали и стали шить дело, чья это диверсия? Оставить Ленинград на революционный праздник без любимца флота. Флотское командование уже ощупывало, на месте ли погоны, да и головы. Сталин недоверчиво относился к случайностям и недолюбливал их. Пахло крупными орг-выводами. И последовало естественное решение. У Кирова на Балтике был систершип, однотипный крейсер, Свердлов. Так ну пусть Свердлов и участвует в параде. Для разнообразия. Политически тоже выдержано. Имена равного калибра. А какая, собственно, разница? Ну, как будто так и было задумано. А Свердлов в это время спокойно стоял под Кёнигсбергом, уже переименованным в Калининград, в ремонте. Машины разобраны, хозяйство раскурочено, ободрано. Половина морячков в береговых мастерских ковыряется там все потихоньку. По субботам в увольнение на танцы ходят. И не ждут от жизни ничего худого. И тут командир получает шифровку – срочно сниматься и полным ходом идти в Ленинград с тем, чтобы в ночь накануне праздника войти в Неву и занять место во главе парадного ордера. Исполнять. Командир в панике радирует Кронштадт. Что, как, почему, а где Шкиров? Вы там партийных деятелей не перепутали? Ответ – не твое дело, приказ понятен. Так я же в ремонте. Ремонт прервать. После парада вернешься и доремонтируешься. Да крейсер же к черту разобран на части. Сколько надо времени, чтобы быстро собраться и выйти? Минимум 2 недели. В общем так. Невыполнение приказа. Погоны жмут. Жизнь наскучила. Ждем тебя, голубчик. И начинается дикий хапарай в темпе чечетки. Срочно заводят на место механизмы главных машин. Приклепывают снятые листы обшивки. Командир принимает решение начинать движение самым малым на одной вспомогательной. Ее сейчас кончат приводить в порядок. А уже на ходу 24 часа в сутки силами команды спешно доделывать все остальное. Всем боевым частям через полчаса представить графики завершения работ. БЧ воет в 700 глоток. И вой этот вызывает в гавани дрожь и мысли о матросском бунте. И именно том самом, бессмысленном и беспощадном. Успеть никак невозможно. Командир уведомляет командиров БЧ об ответственности за бунт на борту. И через час получает графики. И согласно тем графикам, лап у матроса 6, и растут они вместо брюха, потому что жрать до Ленинграда будет некогда и нечего. Коки и вся камбузная команда тоже будут круглые сутки завершать последствия ремонта. Ну отлично, отлично. Не жрешь, быстрее крутиться будешь. И тут вспоминают. А красить-то красить когда? Все ведь ободрано до металла. Командир с торпому, сука. Помполит боцману, вредим понемногу. Боцман, в Господа Богу, матроску мать! Через час отходим! Боцман, есть! За 5 минут до отхода командир голос сорвал, вопя по телефонам, является старпом доклад. Задача выполнена. Командир, гигант, как? Помполит, ну, то-то же. Старпом, так и так, сводная бригада маляров береговой базы на стенке построена. Пока мы на ходу все доделаем, они все и покрасят в лучшем виде. Приказ, принимать на борт. Командир хлопает старпому по плечу, жмет руку помполиту, утирает лоб рукавом, смотрит на часы и закуривает. «Машине готовность к оборотам! Приготовиться к отдаче швартовых, рабочих на борт!» Старпом говорит:
Может быть, взгляните? Да чё глядеть-то? А снаружи раздается какой-то странный шум. Командир смотрит в лицо старпому и выходит на крыло мостика. Вся команда, побросав дела, сбилась вдоль борта, свистит, прыгает и машет руками. А на стенке колеблется строй малярш и делает матросикам глазки. Папироса из командирского рта падает на палубу, плавно кувыркаясь, рассыпая искры, а сам он покачивается и хватается за поручни. «Это что?» Старпом каменеет и гаркает боцману. «Это что?» Боцман рыкает в строй. «Смирно!» И, бросив руку к виску, рапортует. «Сводная бригада маляров в составе 200 человек к ремонту по ходу готова!» Малярша смыкают бедра, выпячивают груди, округляют глазки и подтверждают русалочным хором. «Ой, готово!» Матросики по борту мечут пену в экстазе и жестами всячески дают понять, что они приветствуют малярную готовность и со своей стороны тоже. «Безмерно готовы!» Командир говорит «Ну!» и закуривает папиросу не тем концом. «Ну!» говорит он. «Да!» Помполит говорит. «Морально-политическое состояние экипажа». А у самого, значит, зрачки по блюдцу и плещется в тех блюдцах то, о чем вслух не говорят. А старпом почему-то изгибается буквой «Зю» и распрямляться не хочет, и краснеет. А рация в рубке верещит. «Доложить готовность к отходу!» «Да, готовность что надо», — мрачно говорит командир, сжевывая папиросный табак. А боцман снизу с террорежимным оборотом. «Так вот, прикажете грузить?» Командир машет рукой, как Пугачев виселится, и обреченно. «Принять на борт, построить на полубаке к инструктажу!» И малярши радостной толпой валят по трапу, а морячки беснуются и в воздух чепчики бросают. И загнать их по местам нет никакой возможности. «Команде по местам стоять!» — вопит командир. «Отдать носовой!» Потому что никакого времени, что бы то ни было, изменить уже не остается. В качестве альтернативы исключительно трибунал. А перед такой альтернативой человеку свойственно нервничать. И раздолбанный крейсер тихо-тихо отваливает от стенки. А малярши выстраиваются на полубаке в 4 шеренги, теснясь выпуклостями. И со смешочками «по порядку номеров рассчитайся» рассчитываются. Причем счет никак не сходится. Из 4-го раза их оказывается уже 172. Хотя первый раз получалось 193. Боцман таращится преданно и предъявляет доказательства списка личного состава на 200 персон. Персоны резвятся, и становится их на глазах все меньше. Это удивительное явление не поддается никакому научному истолкованию. Болельщики счастливы боцману. «Да кто ж по головам-то? Весом нет-то надо было принимать, без упаковки». Командир вышагивает, инструктирует кратко. «Крейсер 1-го ранга, дисциплина, правительственный приказ!» Замедляет шаг. «Как звать? Не ты, вот ты! Назначаешься старший! Вестовой, предпроводить салон! Боцман, разбить по командам, назначить ответственных, раздать краску, инструмент, поставить задачи! Через полчаса доложить исполнение, проверю лично, приступать!» И поднимается на мостик. И под приветственный свист со всех кораблей они медленно ползут к выходу из гавани. Командир переминается, смотрит на створы, на карту, на часы. И старпому говорит, ну что ж, говорит, Петр Николаевич, вы капитан 2-го ранга, опыт большой. Пора уже и самостоятельно на корабль аттестовываться. Так что давайте команду выход в море. На румбе там 86, да вы и сами знаете, ходили. Я пока спущусь вниз, посмотрю лично, что там у нас делается, а то, ну, сами понимаете. И манкируя таким образом святой и неотъемлемой обязанностью командиру на входе и выходе из порта присутствовать на мостике, лично он спускается в низы. И больше командира никто не видит. А старпом смотрит мечтательно в морское пространство, принимает опять же позу буквой «Зю». Шепчет что-то беззвучно и звонит второму штурману. «Поднимитесь-ка, — говорит, — на мостик». «Ну что, — говорит он ему, — товарищ капитан 3-го ранга, я ухожу скоро на командование. Корабль получаю. Вот после перехода сразу аттестуюсь. А вам расти тоже пора, засиделись во-вторых. А ведь вы как штурман не слабее меня. И командирский навык есть, не отнекивайтесь. Грамотный судоводитель, перспективный офицер. Дело у нас сейчас, как вы знаете, не в проворот. И все у старпома на горбу висит, так что примите мое доверие, давайте. Из гавани мы уже почти вышли, курс проложен. Покомандуйте пару часиков, пока я по хозяйству побегаю, разгону всем дам и хвоста накручу. Тем более, — напоминает он со значением, — ситуация на борту, можно сказать,
не штатная, тут глаз да глаз нужен. И с видом сверх меры озабоченного работяги-страдальца старпом покидает мостик. И больше его тоже никто нигде и никогда не видит. И вот на третьи сутки командир звонит из своей каюты на мостик. Как там дела? Где местонахождение? Что на траверзе? Скоро ли подходим? И с мостика ему никто не отвечает. Он немного удивляется, дует в телефон и звонит в штурманскую рубку. Там ему тоже никто не отвечает. Звонит старпому, молчание. Он в машину звонит, корабль-то на ходу. В иллюминатор видно. Ха-ха, вот вам, из машины тоже никаких признаков жизни. Командир синеет, звереет, звонит вестового. Ну так и нет же ему и вестового. А из алькова командирского, из койки, с сонной нервностью спрашивает. Ну что ты переживаешь, котик? Что-нибудь случилось? Котик издает свирепое рычание, с треском влезает в китель. Котик, куда ты? А штаны? Командир смотрит в зеркало на помятейшую рожу с черными тенями вокруг глаз и хватается за бритву. «Да и что ж ты это так переживаешь?» Ласково утешает его из простынь наикрасивейшая малярша и назначенная за свои выдающиеся достоинства старшей и приглашенная, так сказать, по чину. «У вас ведь еще такая уйма народу на корабле. Если что вдруг и случилось бы, так найдется кому присмотреть». Командир в гневе сулит наикрасивейшей малярше то, что она уже и так получила в избытке, и, распространяя свежебрибритое сияние, панику и жажду расправы вплоть до повешения на реях, бежит на мостик. При виде его полупрозрачная фигура на штурвале издает тихий стон и начинает оседать, цепляясь за рукоятки. «Вахтенный помощник!» — гремит командир. А вот нифига-то, никакого вахтенного помощника, равно как и прочих. Командир перехватывает штурвал, удерживает крейсер на курсе. А матрос рулевой, хилый первогодок, норовит повалиться в обморок. «Доложить! Где? Штурман! Старший!» А рулевой вытирает слезы и слабо лепечет. «Товарищ капитан, первый ранг, третьи сутки без смены. Не ел, пить, гальюн ведь, заснуть боялся!» И тут же на палубе вырубается. Засыпает. Командир ему твердой рукой в ухо. «Стоять! Держать курс! Трибунал! Расстрел! Еще 15 минут! Отпуск! В отпуск поедешь!» И прыгает к телефону. При слове «отпуск» матрос оживает и встает к штурвалу. Командир беседует с телефоном, а телефон разговаривать с ним не хочет. Молчит телефон. Он несется к старпому и дубасит в дверь. Да ничего ему эта дверь не отвечает, не открывается. Несется в машину. Задраена машина на все задрайки. И не подает никаких признаков жизни. Кубрики задраены. Башни и снарядные погреба задраены. Задраена кают-компания, и даже радиорубка тоже задраена. И задраена дверь этой сволочи Помполита, и малым ходом движется по тихой штилевой Балтике этакой летучий голландец Свердлов без единого человека, где бы то ни было. И только с мостика душераздирающе стонет рулевой, подвешенный на волоске между отпуском и трибуналом, истощив все силы за двое суток исполнения долга. В то время как прочие стащили их за тот же период, исполняя удовольствие. Да мечется в лабиринтах броневого корпуса чисто выбритый, осунувшийся и осатаневший командир, матерясь на всех святых и грохоча каблуками и рукоятью пистолета во все люки и переборки. Никто не откликается на этот стук. Словно вымерли потерпевшие бедствия моряки. Опоздало спасение, и напрасно старушка ждет сына домой. В кошмаре и раже командир стал делить количество патронов в обойме на численность экипажа и получил бесконечно малую дробь, не соответствующую решениям задачи. Он прет в боевую рубку и врубает ревун боевой тревоги, объявляет по громкой трансляции всем стоять по боевому расписанию. Настал их последний час. И вот таким левитановским голосом он это объявляет, что матросик на руле окончательно падает в обморок, и крейсер тихо скатывается в циркуляцию. А команда, очевидно, в свой последний час спешит пожить. Не показывается. И только вдруг оживает связь. Машина докладывает. Слабым таким, загробным голосом докладывает. «Товарищ командир, третьи сутки на вахте один. Сил нет, прошу помощи». «Кто в машине? Где стармех? Где вахтенный механик?» «Матрос, моторист Иванов. Все кто где. Мне приказали. Обещали сменить, значит. Если я, то и мы. Ну что случилось у нас?»
«Пожар во втором снарядном погребе!» — орет командир по трансляции и врубает пожарную тревогу. «Давайте, орлы, давайте! Сейчас на воздух взлетим! Пробоина в котельном отделении! Водяная тревога! Тонем же нахрен!» — взывает неуставным образом. И тогда отовсюду начинают лязгать задрайки и хлопать люки и двери, и раздается истошный женский визг, и на палубу прут изо всех щелей и дыр полуодетые, четверть одетые, и вовсе не одетые малярши начинают бегать и визжать, а через них валят напролом, застегиваясь на ходу бодрые матросы, расхватывают багры и огнетушители, раскатывают шланги и брезенты. «Старпома на мостик!» — орет командир. «Командиров БЧ на мостик!» И когда они, застегнутые не на те пуговицы и с развязанными шнурками, вскарабкиваются перед его очи, дрожа и потея, как от сознания преступности своей греховности, преступной своей греховности, так и от оной греховности последствий. «Плавучий бордель!» — зловеще цедит командир. «А-а-а! Из крейсера первого ранга бардак? Что, товарищи офицеры?» «Моральный облик несовместимый, из кадров трепанной матери, без пенсии, под трибунал, за яйца!» Волчьим оскалом щелк. «Штурман!» «Так точно!» — хором рубит штурмана. «Местонахождение! Что на румбе?» И отдает отбой тревогам. «Баб всех в носовой кубрик, на задрайку! Часового найду где? Своей рукой за борт! Расстреляю!» И выясняется тем временем, на траверзе рядом Рига. Командир приказывает менять курс на нее и шлепать в Ригу. И через пару часов страшный, как после атомной войны, Свердлов своим малым инвалидским ходом валивается в порт и просит приготовиться к приему 200 ремонтных рабочих. Командир связывается с военным комендантом, убеждает обеспечить уж их доставку домой, в Кенигсберг. Да нет, нет, дисциплинированные, выполняли срочное задание. Выполнявших срочное задание малярш снова выстраивают на полубаке, но уже под бдительной охраной, и командир принимается лично пересчитывать их по взлохмаченным головам. Ну, может, если бы он их по другим местам считал, то и результат получился бы другой. А так у него получается 97. «Или через 5 минут я сосчитаю до 200, говорит обозленный своими арифметическими успехами командир старпому. «Или через 5 минут на крейсере открывается вакансия старшего помощника. Тебя в школе устному счету не учили? Так получишь прокурора в репетиторы!» И бедных малярш, размягченных и осоловевших от военно-морского гостеприимства, извлекают из таких мест корабля, по сравнению с которыми шляпа фокусника — удобное и просторное жилище. Из шкафчиков, закутков, рундуков, шлюпочных тентов, вентиляционных шахт, топливных цистерн и водяных емкостей, и через полчаса их 156. Старпом плачет и клянется верностью присяге. «Боцман», — осведомляется командир, — «ты на Колыме боржой не заведовал? Аттестую». И боцман, скрежеща зубами, буквально шкряпкой продирает все закоулки корабля, и малярш набирается 193. «Ладно, хрен с ним». Примирительно останавливает командир, тем более, что из недостающих 7 одна, самая качественная, спит у него в каюте. «Время не позволяет дольше. Скружай нафиг!» Свердлов швартуется к стенке, спускает трап, и опечаленные малярши ссыпаются на берег, рассыпая воздушные поцелуи и выкрикивая имена и адреса. Вслед за чем крейсер незамедлительно отваливает, продолжать свой многотрудный поход. Объем незавершенных работ и оставшееся время друг другу соответствуют, как комбайн полевой незабудки. Командир принимает решение сосредоточить все усилия на категорически необходимом. Первое. Кончить сборку главной машины. В Неву-то с ее фарватером и течением на вспомогаче не очень-то зайдешь. И второе. Полностью произвести наружную окраску, без чего ужасный внешний вид любимца флота может быть не одобрен командованием. И вот шлепает крейсер самым малым – а на мачтах, трубах, за бортом болтаются в люльках матросики и спешно шаровой краской накатывают красоту на родной корабль. Ха, весело работают. Ха-ха. Перемигиваются и кисти роняют. И кое-как командир на грани инфаркта. Они действительно под обрез успевают. И на исходе предпраздничной ночи проходят Кронштадт, входят на рассвете в Неву, и обнаруживается, что буксиров для их встречи и проводки, конечно, нет.
Ну, как обычно на флоте, одной службе не полагается знать планы другой. И коль доподлинно известно, что Киров подорвался и в параде не участвует, ну с чего бы портовой службе слать ему буксиры? О геройском подвиге Свердлова ее не информировали. И Свердлов самостоятельно вползает в Неву, проходит мост лейтенанта Шмидта. А это совсем не так просто. Тяжелому крейсеру в реке своим ходом протискиваться к стоянке и вставать на бочки. Течение сильное, фарватер узкий, места мало. Осадка приличная, того и гляди, сядешь на мель. Подразвернет тебя поперек течения, и все, сушите весла и сухари, товарищ командир. И командир в мокром насквозь кителе, отравленный бессонницей и никотином бесчисленных папирос, заводит таки крейсер на место. А сверху сигнальщик торжественно поет, что у ступеней адмиралтейства стоит, судя по вымпелу, катер командующего флотом. И сам командующий, горя наградами и галунами парадной адмиральской формы, наблюдает эволюции своего дубль-флагмана. Свердлов замирает точно в предназначенной ему позиции, напротив адмиралтейства, и начинает постановку на бочки. И вот тут до всех доходит, что бочек никаких нет. По той же причине, раз нет Кирова, значит, ну не нужны ему здесь и бочки. И насчет приказа Свердлову на срочный переход, ну не портовой службы, это собачье дело. Им об этом знать раньше времени вроде и по штату не полагается. Короче, не к чему швартоваться. Командир припоминает, что покойница мама еще в детстве не велела ему приближаться к воде. И, естественно, приказывает отдавать носовые якоря. А это маневр непростой. Надо зайти выше по течению, до самого Дворцового моста, стравить якоря и тихо сползать вниз по течению, пока якоря возьмут за грунт, и чтоб точно угадать место, где они уже будут держать. Из-под командирской фуражки валит пар. А адмиральский катер, тем временем не дожидаясь окончания всех этих пертурбаций, срывается пулей с места, красивой пенной дугой подлетает и притирается к борту. Ухарь Баковый придерживает багром, вахтенный горланит «Адмиральский трап подать!» И адмиральский трап с четкостью опускается до палубы катера. И адмирал со свитой восходит на крейсер, под полагающийся ему по должности 5 свистков и чеканный рапорт дежурного офицера. Адмирал следует на мостик, который командир до окончания постановки на якоря покидать не должен, с удовольствием наблюдает за последними распоряжениями, оценивает распаренный вид командира, благосклонно принимает рапорт и жмет руку. Молодец! Службу знаешь, ну что? Успел, так то-то! Благодарю! Командир тянется и цветет, и открывает рот, чтоб лихо отрубить «служу Советскому Союзу». Но вместо этих молодецких слов вдруг раздается взрыв отчаянного мата. Адмирал поднимает брови. Командир глюкает кадыком. Свита изображает скульптурную группу. Адмирал Ушаков приказывает казнить турецкого пашу. Говорит адмирал, заминая неловкость. Ну что ж, соленое слово у лихих моряков, да по запарке. Ну ничего, бывает. Служу Советскому Союзу, сообщает наконец командир. Пришлось попотеть, поощрительно улыбается адмирал. И в ответ опять залп убийственной брани. Адмирал злобно смотрит на командира. Командир четвертует взглядом старпома. Старпом издает змеиный шип на помполита. А у помполита выражение, как у палача, да угодившего вдруг на собственную казнь. Матюги сотрясают воздух вновь, но уже тише. А над рассветной Невой, над водной гладью, меж гранитных набережных и стен пустого города разносится непотребный звук с замечательной отчетливостью. И эхо поигрывает, как на вокзале. Адмирал вертит головой, и все вертят, не понимая и желая выяснить, откуда же исходит это кощунственное безобразие. И обращают внимание, что вниз по течению медленно всплывает какое-то большое белое пятно. А в середине этого пятна иногда появляется маленькая черная точка. И устанавливают такую закономерность, что именно тогда, когда эта точка появляется, возникает очередной букет дикого мата. «Сигнальщик!» — срывает с последней гайки в истерику командир. «Вахтенный! Шлюпку, катер! Определить! Утопить!» Шлепает катер, в него прыгает команда, мчатся туда, а с мостика разглядывают в бинокли и обмениваются замечаниями. Пари держит.
Катер влетает в это пятно, оказывающееся белой масляной краской. Из краски выныривает голова, разевает пасть и бешено матерится. Булькает и скрывается обратно. При последующем появлении голову хватают и тянут. И определяют, что голова принадлежит матросу с крейсера. Причем вытягивается из воды матрос с большим трудом, потому что к ноге у него намертво привязано ведро. И вот это ведро, естественно, тащило его течением на дно. А когда ему удавалось на 2 секунды вынырнуть, он и вопил, требуя спасения в самых кратких и энергических выражениях. Оказалось, что матрос сидел за бортом, верхом на лапе якоря, и срочно докрашивал ее острие в белый цвет. И когда якоря отдали, пошел и он. Ну, забыли матроса предупредить, ну, не до того. Ну красить-то его послал один начальник, а командовал отдачей якорей совсем другой. Ведро ж ему надежным узлом привязал за ногу боцман, чтоб сволочь не утопил казенное имущество ни при каких обстоятельствах. Командир перед адмиральским ледяным презрением из-за такой ерунды обгадилась самая концовка, блестящая такой многотрудной операции, хрипом и рыком вздергивает на мостик боцмана. «А тебе отмеряет твой матрос 10 суток гауптвахты!» Несчастный боцман тянется по стойке смирной, не может удержаться от непроизвольного этого извечного вопля. «За что, товарищ командир?» На что следует ядовитый ответ. «А за несоблюдение техники безопасности. Потому что, согласно правилам техники безопасности, при работе за бортом матрос должен быть к лапе якоря принайтован надежно шкертиком».